студентка Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Анастасия Иванова приняла участие во Всероссийском студенческом медиафоруме Science Media. Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском университете информационных технологий, механики и оптики. Анастасия стала одной из 100 финалистов форума из 30 регионов России и стран СНГ. Программа форума была насыщенной. 3 дня участники слушали научно-популярные лекции от ведущих ученых и посещали медиаплощадки северной столицы. Ребята изучили 2 сферы познания – науку и искусство, узнали о гранях между любовью и шизофренией, ознакомились с анализом поведения людей в интернете, посетили студию, где создают героев мультфильма «Смешарики», а также побывали на новой сцене Александрийского театра. Анастасия поделилась своими впечатлениями после завершения форума. Эти несколько дней форума были на самом деле очень интенсивными. Я считаю, что каждый студент журфака и начинающий журналист должен попробовать себя на максимуме форумов, мероприятий, конкурсов, потому что это очень дает большой опыт и дает большие связи. Можно познакомиться с будущими коллегами, может быть, даже найти будущее место работы. Важно уметь говорить о сложном просто. Главный слоган научно-популярных лекций. На форуме журналистов учили, как общаться с учеными и исследователями и просто говорить о науке. Студентка КФУ представила свои репортажи, которые вышли в эфир на канале Универ ТВ, где Настя является корреспондентом. Кроме этого, совсем недавно девушка взяла 1 место в номинации «Репортаж» на всероссийском конкурсе журналистов Open Media, проводимый в городе Челябинске. Анастасия Буряк, Универ Ньюс.